привет! Вы смотрите Fashion TV и с вами Елена Новикова. Сегодня на ВДНХ в рамках проведения выставки «Форум Россия» состоится знаковое событие – официальное торжественное открытие зоны фэшн-подиума «Модные бренды России. Эволюция русского стиля». Здесь, ой, вы знаете, перечислить будет трудно, потому что практически каждое платье из разных коллекций. Здесь и цветы, и черно-белое, и с юбилейного показа. Сейчас вот я смотрю на них, они все были в музее, в нашем музее, и поэтому я сейчас просто сама, честно сказать, восхищена, потому что что-то я очень давно не видела. Любил свои творения и делал очень большую выставку в Пушкинском музее. Он хотел, чтобы это тоже увидели. Вот о чем я говорила ранее, о том, что он был безумно бы сейчас счастлив, о том, что существует такая выставка, где можно показать свое творчество, где можно показать всю эту красоту, чтобы ее увидели люди. Я, например, очень благодарна Георгию, который настолько человек активный, что он все это организовал, потому что по мне эту выставку, это же не имеется в виду только платье, а это вообще целиком выставка. И вот таких людей, которые как Георгий, вот таких активных, я бы хотела побольше. Это сделал все не я. Это сделали наши лучшие российские бренды и производители. Я как байер, как куратор выставки, собрал и пролоббировал, скажем так, эту возможность. Потому что выставка «Россия» — это вызов глобальной сожжения страны. И невозможно представить себе нашу страну без моды. В нашей стране мода есть, и ей нужно гордиться. И она разная, начиная от масс-маркета, брендов уровня Gloria Jeans, Melon Fashion Group, заканчивая большим наследием Валентина Юдашкина, с которого мы как раз и начали. Тема «Эволюция русского стиля», да, которую мы лоббируем здесь, которую мы транслируем на этой выставке, показать все движение нашей моды последние 25 лет, начиная от платья тела 97 года, заканчивая последними российскими брендами. Начали мы с Валентина Юдашкина, с большой инсталляцией, его наследие. Я очень благодарен модному дому Гале Юдашкиной, Марине Владимировне Юдашкиной за то, что нам дали возможность показать это наследие сегодня здесь, потому что эти платья уникальные. И знаете, когда я вижу, как миллионы людей, сейчас уже миллионы людей смотрят эту выставку, как они ныряют в эту одежду, как они трогают, как они ощущают, это огромное-огромное удовольствие видеть жизнь этих платьев. Касательно выставки всех брендов России, наша цель была показать разные бренды со всей страны. Есть и Чеченская республика, показанная домом Фирдаус, есть Дагестан, есть Алтай, есть Омск, есть Нижний Новгород, Красноярский край. И показать уникальный микс всех брендов нашей страны, потому что Россия – это огромный-огромный универмаг. Кроме того, мы здесь презентуем еще проект «Универмаг Россия», где выставлены тысячи наших брендов во всех категориях. Ну и мода является ключевой, потому что в нашей стране мода есть, и ей нужно гордиться. У нас заложено более 3 глобальных смен экспозиций. Сейчас идет выставка «Новый русский стиль. Осень-зима». В январе и феврале будет выставка «Новый русский стиль. Культурный код», где будут представлены бренды со всей страны с элементами культурного кода региона. Это будут бренды, которые транслируют наследие, народно-художественные промыслы, по-своему воспринимают. И далее у нас март и апрель, 8 марта мы открываем красивую инсталляцию «Новый русский стиль. Весна-лето». Это будет подарок нашим русским женщинам, будет весна, красота, будут показаны все наши бренды, именно их новые весенне-летние коллекции. У нас сегодня большое событие, выставка открывает не только какие-то экспозиции министерств, регионов и так далее. Мы сегодня выставляем красоту. Красоту, которую творят наши лучшие дизайнеры. Посмотрите, какие красивые, какие разные платья. Это говорит о том, что мода в России не просто живет. Она продолжает влиять на мировую моду, потому что мы сегодня очень много видим русского следа, русских тенденций и в мире. Нас сравнивать бессмысленно, бесполезно, потому что мы сами по себе, и мы, я еще раз повторю, продолжаем одевать себя и влиять на мировую моду. Я, конечно, много посещала разных выставок, форумов, фестивалей в мире, и меня всегда увлекали масштабы. Но сегодня это просто
знаете, вот настолько великое мероприятие, где собраны все интересные российские дизайнеры, бренды, столько инсталляций, что действительно мы показали всю нашу великую, огромную страну. Бренд взрослый. Действительно, мои клиенты взрослеют вместе с нами. В России есть дизайнеры, которые делают коллекции, актуальные коллекции, потому что, просмотрев то, что представлено, можно себе представить, что мы работаем все-таки в трендах. Прослеживается вот такая русская тема, но, как я люблю, не в лоб, а очень так деликатно и в нюансах. Конечно же, сегодняшняя выставка, она олицетворяет многие труд российских дизайнеров. Я считаю, что такую выставку проводить просто было крайне необходимо. Зрителям телеканала остается пожелать посетить и увидеть все своими глазами, но организаторов поблагодарить и сказать им слова огромной благодарности, выразить свое глубочайшее уважение за организацию и проведение столь высокой и интересной выставки. Приходите на выставку с 4 ноября по 12 апреля и окунитесь в мир моды, которая вдохновляет и трансформирует нас каждый день. Мода в России есть, и ей нужно гордиться. С вами была Елена Новикова. I love Fashion TV. Я люблю Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV, of course. I love Fashion TV. I love Fashion TV.